Единственный в России автобус-тренажер, с помощью которого дети учатся основам безопасности дорожного движения, приехал в городской округ Люберцы. Инспекторы ГИБДД провели в нем урок для школьников. В учебном классе на колесах побывали мои коллеги. До щелчка. Давай. Первым делом правильно пристегнуться и только потом начинать поездку. В этом автобусе все устроено так, что ребенку можно наглядно объяснить правила безопасности в общественном транспорте и даже сымитировать толчок при ДТП. Нельзя отвлекать водителя разговорами. У этого автобуса-тренажера нет аналогов. Он единственный в России и ближайших странах. Курсируя по разным городам и регионам, доехал до Люберец. Припарковался передвижной учебный класс у инженерно-технологического лицея. Автобус укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона. А также различными видеоматериалами, мультфильмами. Практическое занятие по правилам дорожного движения инспекторы ГИБДД провели для учащихся начальных и средних классов. Всего в автобусе-тренажере побывали 540 детей. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.